Коллекторское агентство Чижика пытается взыскать деньги с поручителя по кредитному договору. Суды признали договор недействительным, поскольку он был составлен с малозаметным, но существенным нарушением. Это очевидно мошенничество, но юрист агентства Романцов напрямую предлагает мошенникам поделиться. Это вызывает возмущение Чижика, и проведя собственное расследование, он докапывается до истины и сдает полиции всех участников преступной схемы. Его агентство получает возможность взыскать полную сумму долга и получить прибыль. Теперь всем становится очевидно, вышибала умеет не только наезжать, но и выбивать долги.